И всем привет! С вами я, Александр Сучков. В данном видеоролике я не знаю, как это объяснить, но сегодня мы распаковываем спиннер. Да, старый спиннер. Я решил, зачем тратить деньги на новый спиннер, чтобы его просто распаковать. А распаковка должна быть на канале, потому что это есть в расписании видеороликов на сайте. В общем, я думал и решил, почему бы и нет, не распаковать старый спиннер, потому что коробочка осталась. Ладно, он немного уже поломанный, потому что я с ним такое вытворял. Вы даже не представляете. Так, вот такой спиннер. Зачем я это делаю? Зачем я потратил дофигища денег на какой-то тупой спиннер? Просто с подшипником, который постоянно вылетает. После того, что я с ним делал, это еще хорошо, что он сам не сломался. Как-то ломаться, кроме вот этой пластмассы, нечего. Вот так вот. Потому что вот если посмотреть, там есть уже какой-то поцарапанный. Потому что я с ним такое вытворял, я его скидывал в таких этажей во льду. Да. Но, ребят, это спойлер. Видео про лёд и спиннер немного будет попозже выйдет, это. Я уже готовлю его. Так что это я вам уже рекламу взял. В общем, прикол. Я снял видеоролики про спиннер, а точнее, как я его убиваю. В общем, из этих видеороликов можно понять, что я просто любитель убивать спиннер свой, да. Я его здесь уже и красил, потом я стирал краску каким-то растворителем или чем-то типа этого. В общем, краска смылась, все это вы можете посмотреть на моем канале, видеоролики выйдут немного попозже. Вот такая вот игрушка, я не знаю, зачем она нужна, с этой коробкой. Игрушка, я бы сказал, не для детей, я не знаю. Но для меня вот такая вот игрушка, которая, я не знаю даже что делает, просто она, я даже не знаю, как объяснить, что она делает. Она типа антистресс, но на самом деле она не антистресс. Будем рассматривать этот спиннер. Так, крутится спиннер. Охренеть. Так. Но не выключайте видеоролик, потому что мы сейчас его будем осматривать дальше. Здесь наконец. Снимаем этот крутик, потому что он мне уже не нужен как бы. Не, ну не нужен, потому что здесь надо что-то в руках. Так, вот наш подшипник. Он уже шумит, потому что нельзя класть подшипник в воду и замораживать на несколько дней. Но, понимаете, я ведь не бас и я не могу без этого, поэтому я использовал спиннер, он теперь почти не шумит. Но зато можно опять же так же, как и было, так и играть. Вот так. Крутится немного не так, но если его правильно подержать. В общем, без этих штук неудобно, но все равно возможно покрутить. Да. Можно снять эти штуки вот черные. Это типа, я забыл, как они. Баланс, короче, на этой железке держит. Если их одну хотя бы убрать или несколько убрать, то скорость будет немедленно, да. Ну, для меня скорость моего спиннера 1 минута, это нормально. Так, я думаю, я их не перепутаю. Все, наверное, надо на этом наш видеоролик заканчивать. Вот. И все, что будет на канале, это как бы трейлер, чего я сделаю со спиннером. Пока что остается в тайне. Так что следите за сайтом, nubasosite.com. Ну и, конечно же, за моей страницей ВКонтакте, потому что там тоже выходят ссылки на данные видеоролики, и, наверное, вам надо этого ждать. Ну и всем спасибо за просмотр, с вами был я, Александр Сучков, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Нубас, пишите комментарии под видео, всем удачи и всем пока!